И она здесь зависла. Салют, друзья! Куда ты приехала? Так. У нас немного испортилась погода. У Дианы новый беговел. Да. У Ромчика есть точно такой же. Сегодня мы будем пробовать, как на них кататься. Да, здесь там зайки. Мы едем в семейный парк, покатаемся на качелях, погуляем и, надеемся, весело проведем время. Готово? Да. Поехали. Вот это да! Мы здесь первый раз. Да. Диана, пойдем гулять. Да. У меня есть пёсик. Смотрите, вот для вас что подходит. Паровозик вот этот, карусельки, потом качелька-ромашка. Да, Диана. Хочу кататься. Хочу кататься. Давайте найдем, где тут покупать билетики и будем просить, чтобы нас катали. Ты думаешь? Ну, поехали. Садится на слоника. Ян, ты уже прилетела? Выбираем что-то еще. Яна выбрала корабль. Будет плыть. На корабле вот здесь вода настоящая. Пушка. Какой-то не берет. Сейчас Диана будет кататься на вот такой миленькой карусельке. Да. Ты так удобно там расположилась? Да. Пока-пока. Диана снимает обувь, пойдет куда? На батут. Правильно. Обуви на батут никто не ходит. Папа Диану бульк в батут. Видишь, вот тут большой. У нас дома маленький. Ой, а здесь огромный. О, на батуте веселей. Пуп-стоп, пуп-стоп, пуп-стоп. Ой, летающие шарики. Здрасте. Сели в паровозик, ждем маму. Готова? Интересно, всегда садишься, Диан? Котик поехал. Диана будет
кататься на смешном паровозике. Здесь даже есть динь-динь. Ух ты! Будем ехать и делать динь-динь. Ух ты! На очереди машинка Феррари. Вот это машинка, Диана. Принцип у всех машинок одинаковый. Мы зашли в торговый центр. Это такой какой-то батутный центр. Светофор здесь есть. Дороги, да, Диана? Нашли еще такую смешную качельку. Диана сама залезла. Здесь есть такая крутая песочница. Диана здесь зависла. Она здесь не одна, есть еще одна. Что вы делаете? Angry Bird! Какая птичка получилась. Сейчас мы сделаем мороженое. Так, клади сюда пару шариков. Еще. Еще пятый шарик, это у нас будет мега мороженое. А ну, ням-ням, понарошку. И все. Вкусно? Мы с Дианой нашли огромное баскетбольное кольцо. Да. Это у тебя такие баскетбольные мячи? Да. Вот так. Вот такое надувное, прикольное. Ножки еще коротковаты. Вау! Классно! И туда пойдешь? Да. Ничего себе! Дотти, ты так быстро, я не успеваю. Осторожно! Ты устала? Сколько у тебя энергии? Пошли, я. Ступенечки вниз. Осторожно. Здесь хоть и мало. А это что, ракета? Да. Вау. Ку-ку! Привет, космонавтам! Полетай! Это круговорот. Дотти, ты не боишься? Да. Боишься? Нет. Стой здесь, я внизу тебя буду встречать, хорошо? Да. Давай, я сажусь. Привет. Ты ехала на этой горочке? Да. Класс. Диана катает на машинке. Подкрепиться, ждем наш коктейль. Вы знаете какую-то песенку? Да. А ты, Диана, какую знаешь песенку? Какую? Школьно. Та-та-та. Тра-та-та? Да. А ну давай споем. Та-та-та. Идем. Та-та-та. Ой, наши коктейли.
еще взяла? Джойзи. Мороженое какое? Клубничное. Клубничное мороженое. Ничего себе. Диана говорит, что хочет туда. Можно только от 120-80 сантиметров роста. Мы с Дианой нашли еще столик. Здесь чего только нету. Паровозики, самолеты, жители, дома. А на магнитиках соединить можно, да? Мы уже будем ехать домой. Да. Татьяночки, будь пока-пока. Пока-пока, Дианочка. Вот он. О, какая длинная краса. Диана, ты такая миленькая. Это ваш натуральный Рапунцель. Диана, кого первого достаем? Лошадка или Рапунцель? Какой лошадь? Ну, кто быстрее, краса или лягушка? Да. Давайте, в гатоплетку. Рапунцель едет за своей лошадкой. Я бегу. Я бегу. Привет.